есть определенные вещи, вернее, очень много похожих. Но в то же самое время хочу отметить следующее. То есть по моей информации, там буквально сегодня ночью я получил, готовится новый проект, экстренный проект. Проект создается европейцами вместе с американскими партнерами. Срочно, в течение нескольких недель, будет представлена новая команда. Они регистрируют новую политическую партию. Эту партию будет возглавлять экс-министр образования Майя Санду. В эту партию они набирают руководителей госструктур, топ-менеджеров из разных компаний, из представителей бизнес-сообщества. То есть там очень жесткий контроль качества этих людей. Лидеры платформы, да, находятся в недоумении, и является прямым подтверждением то, что произойдет, это является прямым подтверждением того, что как бы они-то особо и не нужны, потому что сегодня все должны понимать одну вещь, что лидеры платформы и те, кто протестует, это абсолютно разные вещи. То есть есть лидеры платформы, одни с утра до вечера кричат про объединение с Румынией, вторые говорят, что они будут новыми проевропейскими политиками, которые наведут в стране порядок. Но сегодня они, я так понимаю, не прошли тест на государственность. И, то есть западный план Б уже включился. Это является четким прямым подтверждением того, что лидеры ЛДПМ, лидер Демпартии, ГИМП, они уже получили.